Привет всем! Вы на канале «Уроки игры на гитаре» от Романа Гаврилова, выпуск номер 42. Сегодня мы научимся играть песню «Февраль» от гениального композитора нашего времени Леонида Агутина, 1998 года выпуска. Научимся играть мелодию куплета и припева. И, как обычно, я расскажу, с чего можно начать играть в стиле «фингерстайл», то есть одновременно играть и аккорды, и мелодию. Поехали! Начинаем с куплета. Третья открытая два раза, третья на четвертой, открытая третья, первой на второй. И следующая фраза такая же, открытая третья два раза, третья на четвертой, открытая третья и первый на второй. Дальше два раза, третья на четвертой, первая на четвертой, открытая четвертая, третья на пятой, первая на четвертой и открытая четвертая. Дальше. Первая фраза такая же. Открытая третья два раза. Третья на четвертую. Открытая третья. Первая на второй. Потом опять. Два раза открытая третья. Третья на четвертую. Открытая третья. И четвертая на второй. Потом два раза третий. Лад на второй, первый на второй, открытая вторая, первый на второй и третий на второй. Дальше. Такая фраза. Первый лад на третий два раза, открытая третья, первый на третий, третий на третий. Первая на третья, открытая третья, третья на четвертую. Третья открытая три раза. Первая на второй и третья на четвертую. Так, и последние фразы. Третья на четвертой два раза, первая на четвертой, открытая четвертая, третья на пятой, открытая четвертая, первая на четвертой, открытая четвертая, третья на пятой, второй на пятой и третий на пятой. Сегодня мелодия на этих нижних струнах. Так, есть. Теперь разберемся, как же сыграть эту мелодию в стиле фингерстайл. Для начала просто мы добавим первую ноту аккорда, которую будем играть четвертями. Здесь такие аккорды. Такт, до минор. То есть 4 повтора. Третья на пятую. Потом до минор, только с басом си бемоль. 2, 3, 4. Потом ля бемоль мажор. Целый такт. Четвертый на четвертый. Ой, четвертый на шестой. И соль мажор. Третья на шестой. Потом опять то же самое играем. До минор. Бас меняется. Си бемоль. Потом ля бемоль. Соль. Следующий кусок. Фа. Уже. Здесь хитрость. В одном такте два аккорда. Фа минор два раза. Потом фа минор с басом ми бемоль. Первый на четвертый, потом си бемоль с басом ре, четвертая открытая, соль мажор, третья на шестой, два такта по два аккорда, потом такт до минор, два, третья на пятый, такт фа мажор, первый на шестой, потом фа минор, нота остается та же, соль мажор, 3, 4 и 2 такта до минор. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Вот ваша задача играть четвертями первую ноту аккорда и сверху играть мелодию. Приблизительно так. 3, 4.
и припев. Раз, два, три, четыре. Разбираем мелодию припева. Четвертый на второй и шестой на второй. Еще раз так же. Опять четвертый, шестой. Потом третий, четвертый. Третий, первый. Первый на третий. Третий на четвертый. Первый на четвертый. Третий на четвертый. Первый на четвертый. Первый на второй, потом опять четвертый на второй, шестой на второй, четвертый, шестой, третий, четвертый, и последняя фраза на первой струне, третий лад, четвертый, третий, первый, четвертый на второй, третий на второй и первый на второй. Есть. Так, теперь добавим аккорды. В припеве такие аккорды: такт, фа минор, 1 на 6, 4 повтора, потом полтакта, соль мажор, до, потом опять фа минор, 3, 4, соль, 3 на 6, до, 3 на 5, потом опять фа, 3, 4, соль, до, и в конец фа, вот, соль. Теперь добавим мелодию на фоне четверти. Начинаем в четвертую долю. Раз, два, три. Давайте попробуем сыграть теперь куплет и припев вместе с первой нотой аккорда. Раз, два, три, четыре. Можно потренироваться и сыграть немножко быстрее, немножко плавнее, немножко красивее, да? Но можно и прочитать с листа. Вот такие гениальные мелодии. Спасибо автору. Надеюсь, вам все понятно. Если что-то непонятно, следующий ролик смотрите. Там будут ноты этой песни, табулатура, аккорды, вариант для фингерстайла. В общем, все то, что нужно, чтобы сыграть эту мелодию. Желаю всем успехов и удачи. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока!